Сегодня 70 лет исполнилось бы Сергею Довлатову. Так и не дождавшись, пока его книги начнут издавать в Советском Союзе, писатель был вынужден эмигрировать в США. И даже в то время, когда он успешно печатался за рубежом, а гонорары позволяли жить безбедно, все, о чем он мечтал, это снова вернуться на родину. Тему продолжит Александр Чижинок. По этим ступенькам Сергей Довлатов поднимался лет 15, не реже раза в месяц. Здесь, на втором этаже старинного особняка на Маховой улице, и сейчас располагается редакция журнала «Звезда». Довлатов сотрудничал с отделом критики, куда приносил небольшие рецензии. О публикации его рассказов в то время и речи быть не могло. Поэтому с Андреем Арьевым, он тогда работал здесь в отделе прозы, они просто дружили, познакомившись еще на первом курсе филфака. Он ни с кем не был запанибрата, ни с кем никому угодливо не улыбался. Просто входил свободный человек, высокий, представительный, с хорошо поставленным голосом. Внешняя редакция почти не изменилась, но в конце коридора появилась картина «Калаш». Довлатов среди своих героев у того самого пивного ларька, где стоял в очереди в костюме царя. А в самом просторном зале, собравшись на юбилейную конференцию, критики пытаются объяснить то, что Довлатов сказал одной фразой. Сложное в литературе доступнее простого. Каждое предложение, буквально каждое предложение Довлатова, содержит в себе маленький фокус, маленькую бомбу, которая незаметна, как незаметна иголка в вате. И вы даже не замечаете этого, проглатываете эту иголку, а потом она растворяется в желудке. Так же легко и емко Довлатов писал то, чем вовсе не собирался гордиться. Алексей Васильев, редактор многотиражки «За кадры верфи» Морского технического университета, где Сергей работал лицсотрудником после армии, отыскал в старых подшивках нигде больше не публиковавшиеся статьи и рецензии Довлатова с его же рисунками. Машинку, на которой эти тексты были написаны, в редакции хранят как самую ценную реликвию. Она видна и на снимке, который сделал тогда еще начинающий фотограф Юрий Щенников. Я говорю, только головой не шевели. Он понял, мы сделали пару снимков, и вот этот ему очень понравился. Последний раз Юрий встретился с Сергеем перед его отъездом в Америку. Мы встретились на Рубинштейна в его коммунальной квартире. И он мне подарил свой солдатский ремень, которым он служил. На этом доме сейчас мемориальная доска. Вернуться сюда известным и любимым писателем Довлатов не успел. Довлатов сам об этом говорил ясно и четко. Я хочу получить сдачу там, где обсчитали. Обсчитали его здесь, и сейчас он эту сдачу получает. К сожалению, его нет с нами. Александр Чижинок, Александр Плешкин, Северо-Западное бюро ТВ-центра, Санкт-Петербург.